По поводу прогулки на озере, скажу так. Если у вас есть лишнее время, лишние деньги, и вы любите запах тухлого гниения, то можете съездить на это теплое озеро. Ничего там нет. Понравилось. Ничего там нет хорошего, никакого сервиса. Платный туалет. За 20 рублей дырка. Дырка не очищенная. Короче, полный алис капут. Странно, что в принципе место можно обустроить, но то ли нет хозяина, то ли нет желания. Короче, дикий пляж, можно сказать, за 400 рублей. А мы идем вглубь Ярового знакомиться дальше с его достопримечательностью. Ну, может, они ждут машины? Ну, что? Эти. Ну, хочу просто. Где же мы? Что, собрались заплетаться? А? Ну что, обязательно залазить? Обязательно, говорю, залазить? Я хочу. Ну ты сумку сними. Ага, я упаду. Че, все что ли? Нет. Там и живи теперь. Безумный Макс отдыхал когда-то и оставил наследие. Брутальненько. Брутальненько все тут. Давай.
София у нас опять пришла. Тянет все время на ходу. Вообще вам надо давать возможность понять, как управлять. Все время закончилось? Так, София решилась погонять на самокатике. Давай аккуратненько. Не разгоняйся сильно. Ну, Сонька, он молодец, гоняет. Не, ну здесь же есть тоже там всякие эти. Никак. И тормоз, и газ. Итак, прибытие Сони на электросамокате. И сколько на нем кататься? 5 минут. 5 минут? Нормально? Прикольно. Переключи назад. Так, Соня собирается повторить вчерашний аттракцион. Сегодня капает дождик. Не надо. Сегодня мы снимем его с другого ракурса. Итак. Сегодня мы вечером решили искупаться. Так вот уже мои пошли. Погода просто разошлась. Сами видите, пляж полон. Приключение продолжается.